Она носила вот такой удар. Ну, запутал. Потом левый боковой и правый прямой. Еще один удар не успел отойти. Вот, а второй уже, это, то есть два удара в одном, это страшное дело было. Вот, как-то он что-то стоял, как к нему подойти, чего. Начинает подходить, а тут тебе удары уже лепят там с обеих рук. Белый, что слева, что справа, как копытом. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, любители бокса. Добрый день. Советского спорта. Еще раз напоминаю, Александр, мастер спорта СССР, мой друг, сегодня в гостях в нашей студии. И сегодня Саша, Александр расскажет о наших дедах, о олимпийцах Советского Союза. Ну все, ребят, поехали. Что я хочу сказать? Значит, кончилась война. Вот, и постепенно, значит, наши боксеры стали выступать на международных турнирах различных. Первый самый крупнейший турнир, это был в 1952 году Олимпийские игры в Хельсинки, где выступали наши прославленные чемпионы страны. Вот, один из них был Сергей Семенович Щербаков, который стал вторым призером. Вот. Ну, вторым почему? Потому что все-таки опыт был большой и мог, конечно, был, но не было международного опыта. Не было опыта, где-то они там что-то перегорали, где-то там нервничали, переживали. Вот. И немножко ему не хватило, чтобы стать чемпионом. Вторым призером тоже, значит, на этой Олимпиаде стал Виктор Иванович Меднов, вот, который я очень хорошо знал. Вот, звал дядя Витя, он так, дядя Витя, нашел там это самое. Виктор Иванович меня называет, я говорю, да ладно, дядя Витя, да я опять ты дядя Витя. Он приходил немножко вас тренировать тоже, чуть-чуть вам как бы вот. Он тренировал, приходил на встречи ветеранов, очень мы с ним тепло дружили, так встречались, обнимались, там целовались, это самое. Он умер уже там несколько там, лет назад. Вот было, значит, на Олимпиаде в 52 году два наших призера серебряных. Вот, больше мы добиться не успели, ну, потому что, так сказать, на международных аренах практически не выступали. И с нашей, так сказать, манерой советской ведения боя было немножко тяжело это делать. Далее, значит, 56-й год. Я сейчас рассказываю про Олимпиаду, потому что между Олимпиадами еще были чемпионаты Европы, которые наши неоднократно выигрывали, наши, так сказать, ребята-боксеры, вот были основными, так сказать, чемпионами. Это Советский Союз был. По 8, по 9 человек были чемпионами за один чемпионат. Это вообще было непостижимо. Значит, 56-й год. Первым нашим олимпийским чемпионом, первым, который завел золотую олимпийскую медаль, значит, был Владимир Сафронов. Вот. Все, кто завел медали, они все уникальные. Вот. Уникальность этого, значит, боксера, значит, заслужит особого внимания, чем вообще не попадал ни в сборную страны на Олимпиаду. Почему? Да потому что был всего лишь перворазрядником. Первый разряд, то есть совершенно, так сказать, боксерчик какой-то непонятный, служил в каком-то дальневосточном округе, вот, а взяли его только потому, что первый номер, который должен был ехать в этом весе, Александр Засухин, наш призер Европы, чемпион страны, великолепный мастер, скоростник, обладал там феноменальной выносливостью, вот, он то ли заболел, то ли травму получил, что-то там с ним случилось. И срочно была нужна замена ему. И эту замену нашли в лице Владимира Сафронова, который на тот момент там что-то выиграл на каких-то соревнованиях не Союз, а Республики, РСФСР. Да, что-то выиграл. Себе. Его пригласили на сборы, там, значит, что-то показал себе такой агрессивной манеры, вроде самое. Ну, полутяжший. Не-не-не, он легковес. Угу. Он легковес, его взяли, но взяли не для того, чтобы там что-то он показал, а для того, чтобы он, так сказать, заткнуть брешь, значит, да, в сборной. Да. Чтобы, ну что делать, ну нет. Да, чтобы был полный комплект. Вот так вот. Вот. И вот этот, значит, Владимир Сафронов, на которого не было никакого давления там психологического, на которого никто не рассчитывал, который был серой лошадкой для всех, так сказать, в его весе соперников, кто съехались там более чем 100 стран мира. Вот. Он просто всех отлупил и стал чемпионом Олимпийских игр. Вот так вот. Владимир Сафронов первым разрядником приехал на Олимпиаду.
уехал заслуженным мастером спорта. Вот. После Олимпиады стал еще два раза чемпионом страны. Вот. То есть никакой ни психологического давления. Он не перегорал, на него никто не ставил. Да, 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 да. На него никто не рассчитывал. И он также на себя не его никто не изучал, да. Он пришел. И он также, значит, без переживаний, без каких-то там комплексов выходил, лупил и стал чемпионом. Володь, выходи, что получится, получится. Да, игра получится. Вот Владимир Сафонович. Интересно, я даже не знал. Уникальный боксер, уникальный спортсмен наш, великолепный. Вот. К сожалению, трагическая судьба у него была. Вот. Мало прожил. Вот. Ну, извечная болезнь наших русских, значит, мужиков, да и не только мужиков, вообще людей. Угу. Алкоголизм. Угу. Вот. Спился и умер что-то совсем рано, что-то 40 с небольшим летом было. Мы приехали на матчевую встречу СССР США, кажется, год 78-й. Я вообще пацаном был, только начинал тренироваться. Угу. Вот. Смотрю, стоит какой-то такой. Значит, совсем плохонько одетый человечек, небольшого росточка, все к нему подходят, обнимаются, целуются, о чем-то с ним разговаривают. Вот, я думаю, а кто же это такой-то? Вот, а мне брат говорит, это Сафронов, наш Петр Анпистич. Я посмотрел на него, так мне стало его жалко, так было как-то вот непонятно, вот, значит, обидно за этого человека, что вот, то ли не помогли ему, то ли не помогли, да. То ли сам он уже не хотел это самое чем-то, значит, заняться, чтобы, так сказать, как-то из этой трясины себя вытянуть. Вот. Это был 78-й год, а в 79-м году он умер. Вот, вот, пожалуйста, это трагическая судьба нашего, так сказать. Многих спортсменов. Да, даже Москва слезам не верит, там тоже сам показано. Да, там показали, да, фамилию Гурин. Да, вот Гурышев. Гурышев, крыльсоветов играл. Ага. Гурышев, чемпион мира. Вот это с его. Это по хоккею или по хоккею. Вот, да. Как бы с него списали. Да, тут Гурин, это Гурышев. Ага. Вот. Признали чуть ли не лучшим это сам хоккеистом его. Вот тоже, видите, как все пересекается. Вот такая трагическая судьба, значит, Владимира Сафронова. Далее, значит, в этом же году, в 56-м году, чемпионом Олимпийских игр стал настолько интересный боксер, настолько неординарный, значит, армянской школы бокса Владимир Гингибарян. Mm-hmm. То есть в нем было все неординарное. То есть наш советский бокс был отечественный такой агрессивный, бьющий, такой напористый. Вот этот был совершенно, так сказать, выбивался из этой колеи, вот. Был настолько мягкий, настолько гибкий, настолько подвижный, не обладал никаким, так сказать, серьезным каким-то ударом, но запутал соперника так в своем, значит, в поединке, вот этими сайдстепами, отходами в сторону, какими-то ложными движениями, ложными ударами, набирал очки, стал чемпионом Олимпийских игр. Вот. Уникальный боксер. Тоже легонький, да, какой-то? Да, да. Вес тоже, да. Технарь совершенно такой, то есть, если сказать, что кто-то сказал, что это наш боксер, не знаю, что это советский боксер, да это какой-нибудь там итальянец или там какой-нибудь там, может, американец или еще другой там это самое. Но никак не наш. Это не советская манера ведения боя. Вот. После этого он стал неоднократно был чемпионом страны. Трехкратным чемпионом Европы, у нас таких немного, трехкратных чемпионов Европы, вот, и Владимир Гингибарян. Умер недавно, значит, уехал в Америку, значит, пригласил его армянская диаспора. Много лет прожил в Америке, вот, умер что-то лет под 80 или 80, вот, и вот прожил Владимир Гингибарян, вот наш такой тоже выдающийся. Третий, значит, чемпион Олимпийских игр 56-го года, это Геннадий Шатков. Геннадий Шатков, 75 килограмм, второй полусредний вес. Вот это классический советский боксер. Стоял высоко, стойко, руки высоко, такой вот, бьющий, бил с обеих рук очень, очень сильно, очень, значит, точно. Вот, практически все бои закончил досрочно и стал олимпийским чемпионом. Вот, после тоже, кажется, или три, или два раза был чемпионом Европы, не отгадывался. А кого побил он в финальном матче, не помнишь, кого он там это не, примерно? Не помню. Кто там основными были нашими кубинцы или американцы? Кубинцы в то время практически не выступали. Еще не там, было. Не потому что кубинцы в наши тренировали. Были помню, поляки сильные, ага, поляки были сильные. Болгары сильные, немцы были сильные.
румыны были сильнее, венгры были сильнее. Вот так это вот. Сильнейшие такие были школы. То есть да. Америка, Англия пока нет, пока. Нет, Америка была там это самое, но в основном вот в те года это были наши и Европа. Соцлагерь были сильнейшие, боксеры там. И двукратные чемпионы Олимпийских игр, и олимпийские чемпионы, и чемпионы Европы. Очень мощные были такие сборные у них там. Вот все. Вот Геннадий Шарков. Он выступал потом в 60-м году, значит, в Риме и стал призером. Стал призером, в полуфинале проиграл Мухаммеду Али, вот, тогдашнему Кассиусу Клею. Вот. Ну, это отдельный будет разговор. Про Кассиуса Клея можно рассказать. Стоит, да, да. Умница, исключительный, значит, это самый Шатков, значит, защитил докторскую диссертацию, работал в Ленинградском госуниверситете, был преподавателем. Много у него научных работ по спорту, значит, по всем, значит, я не знаю, там, кажется, техническим наукам, вот, и много уже работ написал, то есть умница, то есть, если говорить, что боксер там, он пробит, он ничего не соображает, вот, да, вот, пожалуйста, вам это самое, Геннадий Шатков, вот, умница, профессор, там, декан факультета, так сказать, прожил тоже так, длительную жизнь там. Не пропускал удары. Пропускал, но очень, так сказать, избирательно. Вот, вот это 56-й год, значит, три наших олимпийских чемпиона. Далее, 60-й год Рим. Я почему могу немножко ошибаться, потому что я все это на память. Вот, не пользуюсь ни интернетом, специально не читаю какие-то прошлые газеты, а то, что я вот впитал в детстве и молодости. Вот, с оригинала вспоминаешь. Да, да, от рассказов тех же вот чемпионов, от их тренеров, там, от знатоков бокса уже старых. Значит, 60-й год. Значит, один олимпийский чемпион у нас был, это Олег Григорьев, наш москвич, вот, из Крыльев Советов. Вот, легковес, великолепной техникой обладал, скоростной, классный такой боксер, это самый. Я его не видел, потому что я еще был совсем тогда, меня не было даже еще. Вот, но рассказы были очень разносторонние, боксер разнообразно, вот, и, так сказать, можно сказать, что легко выиграл эту Олимпиаду. Вот, в дальнейшем стал неоднократным чемпионом страны и был чемпионом страны, и трехкратным чемпионом Европы, выдающийся наш боксер. Он еще жив, вот, до недавнего времени, он, кажется, 38 или 37 года, ну, уже пожилой. Надо встретиться с ним. Да, 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 да. Тренировал он, значит, спортсменов и боксеров в Крыльях Советов, в «Зените». Вот. Потом сын его там, Володя, тоже тренировал, тоже я хорошо его знаю. Вот, вот Олег Григорьев. Это 60-й год. 64-й год. А, в 60-м году, значит, начал набирать обороты наш один из самых выдающихся боксеров, Лагутин Борис Николаевич. Значит, в 60-м году он стал бронзовым призером, ну, совсем молодой, там, 20 с небольшим лет, бронзовым призером, боксировал 67 или 71, 71 килограмм, кажется, он боксировал. Вот, и переходим в 64-й год. Значит, это у нас получается Токио. Это у нас, значит, Токио. Станислав Степашкин, легковес. Вот, тоже, значит, жив, он 40-го года. Ну, уже болеет, как мне рассказывали, плохо себя чувствует. Темповик, агрессивный, обладающий молниеносным ударом, значит, это самое, все время такой в агрессивном темпе проводил, выиграл Олимпиаду. В легком весе, вот, великолепно выиграл, был неоднократным потом чемпионом страны, чемпионом Европы, двукратным, кажется, точно не помню, может, трехкратным. Далее, значит, 71 килограмм Борис Лагутин. Лагутин, значит, выиграет Олимпиаду, значит, классическая высокая стойка, наш москвич, классическая высокая стойка, стоит, бам, нокаутирующий удар. И в голову. В голову. Вот, тоже, значит, практически все бои закончил досрочно. Классическая манера ведения боя, такой размеренный, не спеша. Но удар наносил молниеносно.
Все знали, какой он удар нанесет, и тем не менее туда пропускали. А наносил он такой удар. Ну, запутал. Потом левый боковой и правый прямой. Левый боковой, правый прямой. Вот это была его коронка. Все знали, от каких ударов падают. Все боялись этих ударов, стараясь не пропустить. Но тем не менее они их пропускали. Да, ну быстро все там. Да, пропускали, там, потому что начинали думать, что он же не несет, он запутывал, делал какие-то обманные движения, наносил другие удары. Но коронка была вот этой его. Левый боковой, правый прямой. Все. Отлично, отлично. Великолепный мастер. 71 килограмм. Левый боковой тоже в голову, да? Да, потом... левый боковой, как вот рассказывал, значит, в некоторых наших рассказах, левый боковой, он шел для разгонки, Нанести правый удар можно было, но он немножко был бы замедленный. Это только там великие мастера могли, так сказать, сделать этот удар богомола, как Вячеслав Лемешев. А чтобы разогнаться и вложить два удара в один удар, так, бам! Один удар не успел отойти, вот, а второй уже, то есть два удара в одном, это страшное дело было. Вот. Далее, 75 килограмм, наш, значит, выдающийся мастер, кожаные перчатки, мистер Нокаут его называли. Это Валерий Попенченко. Валерий Попенченко, это был вообще феномен нашего советского бокса, так его называли, феномен. Двукратный чемпион Европы. Вот. Но могу путать, кто поправит меня, если будет смотреть там. Да, может, ребят, комментарии пишите, парни. Да. Вот. И олимпийский чемпион. Значит, большинство боев, значит, опять же, на Олимпиаде закончил досрочно. За свою нестандартную, какую-то непонятную манеру ведения боя. Вот. Значит, стоял полностью на ступнях, вот, так, немножко откинутый, руки держал широко, вот, как у нас боксеров говорили, коряга. По такому попасть-то было тяжело. Вот, как-то он что-то стоял, как к нему подойти, чего, начинает подходить, а тут тебе удары уже лепят там с обеих рук. Бил что слева, что справа, как копытом. Вот. Агрессивный был, жестко боксировал, там всех там поубивал на Олимпиаде, там даже у тех, кого он выиграл, там по очкам, они потом будут говорить, это ведь невыносимо, это такие удары, это что-то говорит. Вот. И за свою вот эту нестандартную манеру ведения боя, значит, то есть ничего красивого там не было, ничего там такого там прям. Да, на раскорячку встал. Изящного ну, не было. Богомол, действительно. Нет, это не богомол, богомол другой. Вот. Стоял коряво, стоял неудобно для соперников. Ну что, думаю, получил, значит, это самое, за свою нестандартную манеру ведения боя, кубок Вала Баркера. Это вручается кубок лучшему боксеру турнира. За лучшую технику, за вообще то, что он провел этот турнир так великолепно. Вот это наш уникальный боксер Попенченко Валерий. Вот. К сожалению, очень быстро закончил он, так сказать, свою карьеру, потому что был ученый муж, тоже еще когда тренировался, он написал диссертацию кандидатскую. Вот. И после окончания своей карьеры ушел преподавать в МВТУ имени Баумана, был начальником кафедры физвоспитания. Вот. Готовился защитить докторскую диссертацию. То есть на самом деле был умный был такой парень. В науке весь. Вот. И совершенно вот нелепая, трагическая смерть, которая до сих пор, значит, будоражит умы вот наших всех специалистов, боксеров, его друзей. Вот. Что же все-таки произошло? Находясь там на каком-то этаже, там же высотное здание, кто знает МТУ Дубамина, это высотка такая огромная. Находясь, значит, стоя возле перил, возле парапета, вот, он падает вниз и разбивается, значит, это самое, насмерть. Вот, я не помню, с какого этажа, то ли 7-го, то ли 6-го, вот, падает и разбивается. Вот, 75-й год, значит, пересуды, передряги, да. Газеты, значит, все, не только советский спорт, но и, значит, центральные, значит, наши партийные газеты пестрят, значит, различными мнениями, различными версиями, что же все-таки произошло. То ли его там, он был такой немножко независимый,
Вот, стоял на своем, был немножко жесткий в общении. Вот, сразу появилось свидетельство, что его скинули. Да, могли. Что-то там, чего-то с, кем он, с кем-то он не поделил. Mm-hmm. Вот, и решили так, значит, от него избавиться. Вот, ну, официальная версия, что он, так сказать, что-то закружилась голова, что-то как-то чего-то. И, значит, mm-hmm. то, что он вот, получил что-то, трагическая случайность. Вот. Mm-hmm. Ну, будем придерживаться официальной версии. Но, тем не менее, до сих пор ходят вот эти, значит, слухи, что это, чего это. И непонятно, что могло произойти с этим, значит, человеком. Вот. Валерий Попенченко, выдающийся наш боксер. Вот, мистер Нокаут. Mm-hmm. Это 60... Просто я свою выскажу версию. В те годы было много подобных вещей. Мне кажется, что эти люди просто они на каком-то этапе отказались сотрудничать со спецслужбами, которые набирали силу в СССР. Может быть. Вот человек говорит, я вас знать не хочу. Все-таки он чемпион, он ну, это самое. Тренировать предложил. Он человек авторитетный, Что... Вот. Но не будем выдаваться подробно, потому что мы сейчас запутаемся. Да. Так, уйдем от темы. Да, уйдем от темы. Значит, это 64-й год. 68-й год. Значит, чемпионами становится, опять же, второй раз Борис Лагутин становится чемпионом. Опять же, всех там растащил, большинство боев закончил. Это мы все Олимпиады рассказываем. Да, Олимпиады 68-го года в Мехико. Вот, также в такой своей манере. Но уже возрастной, ему под 30 лет, ему уже пора заканчивать. Но, тем не менее, на первенствах Союза он лучший. Вот, и берут его, потому что опыт у него все-таки на Олимпиадах. Да. Это третья Олимпиада его. Чемпионат Европы выигрывал, первенство Союза много выигрывал. Вот, берут его. Хотя были там и такие, которые оказывали там сопротивление. Такой наш тоже там, по нему, как я скажу, Виктор Агеев. Ну это вообще был уникум. С опущенными руками боксировал. Вообще вот так выходил с опущенными руками. Вообще по нему попасть невозможно было. Гибкий, пластичный. Вот, тоже уникальный боксер. Но, тем не менее, взяли на Олимпиаду Бориса Николаевича Лагутина, выигрывает ее блестяще, 71 килограмм. В 54, кажется, или 57 чемпионом становится наш боксер Валериан Соколов. Это уже другая Олимпиада? Нет, это 68 год, это тоже. Да, ну другая, это было 64-й, когда стал Попенченко, а это 68-й год уже в Мехико. Опять же, становится чемпионом Борис Лагутин. Второй раз он становится. Олимпиада второй раз. В легком весе, на легчайшем там каком-то, 50 с чем-то килограмм. Валериан Соколов, наш, значит, олимпийский чемпион. Вот. И в полутяжелом весе выигрывает Олимпиаду в блестящем стиле литовский боксер Дан Позняк. Потом в дальнейшем стал трехкратным чемпионом Европы. Вот, такой фактурный, такой дядька красивый, потом начал на лысо бриться. Вот, великолепный боксер. Вот, к сожалению, значит, он, кажется, умер. Вот, Валериан Соколов точно не знаю, не могу сказать. Борис Николаевич жив. Значит, ходит такой, он все время был скромный такой, немножко мы его так называли, как прищепленный. Вот. Вообще не такой, очень простой. Борис Николаевич Лагутин. Ничего себе. Вот у него такая вот походка. Вот надо срочно. Ну, мы выходим на ринг, там ураган, это самое, просто. Как же с ним это встретиться? Но сейчас, к сожалению, вот который год нету, не празднуем, не отмечаем День боксера российского из-за пандемии. Мне кажется, вот, в этом году все наладится. А так мы каждый год ездили, встречались. Когда День боксера-то вы? 10 сентября. Есть время еще. Вот. Вот, значит, 68-й год. Лагутин, Валериан Соколов и Дан Позняк. Мехико.